Всем привет, друзья! Вы на канале Семейка Т. Мы находимся с вами возле нашего пруда на участке. Итак, приехал я в деревню проверить, как работает аэрация. В предыдущем видео, там где минус 27, луночка вот эта застывала. Сейчас морозы у нас 23 где-то градусов, и луночка уже не застывает. Вот, что я сделал. Я еще дополнительно прикопал этот шланг, который идет от компрессора снежком. Стало ему так потеплей. Вот, приехал, думал, что еще утеплю одной трубой. Вот такой у меня стоит здесь утепление. Труба диаметром, так, эта труба диаметром 28, я взял еще 35-ку, вот такую трубу, думал, еще сверху одену, но смотрю, компрессор справляется. Все работает, значит, утеплять не буду. Кстати, я еще нашел вариант вообще такой, что будет совсем не замерзать. А конденсация вообще можно будет не беспокоиться. И плюс еще туда теплый воздух пойдет. Но об этом расскажу позже и сделаю. Сейчас все нормально, так что аэрацией пока не занимаемся. Все работает, все бурлит. Замора никакого нету. Поэтому у нас есть время заняться подводным видео. Как и обещал, в этом видео я попробую заснять подводное видео. Вот такой реквизит у меня. Сейчас лопата, очищу снежок там. Там я чуть-чуть почистил, вот надо получше почистить бур. Подводную камеру сейчас в аквабоксе вот сюда буду заряжать. Такая у меня на скорую руку такой шест сделал. Размечены здесь глубины вот такие. Ну, сейчас буду бурить лунки и смотреть, что там подо льдом, что получится. Буду бурить несколько лунок. Сначала буду разведку проводить, то есть по глубинам, что и как. Потом, ну, где рыба стоит, где не стоит. Но надеюсь, что все-таки должна она с той стороны. Нигде мне больше пока не подойти. Здесь лед, вот где размывает компрессор, тонкий. Вот с той стороны только буду подходить и смотреть, будет там рыба или нет. Вот. Поэтому сначала буду разведку проводить, на каких глубинах стоит, буду регулировать. Но потом подкормлю мотылем и буду уже полноценно снимать. Ну, что из этого получится, вы увидите. Итак, пошел я расчищать снег и бурить лунки. Лед треснул. Как-то надо выбираться отсюда теперь. Прыгать. Вот, смотрите, как вода даже поднялась туда. Так, бля. Буду делать вблизи берега, потому что там уже все страшно. Но надо так сделать, чтобы была подальше от этой лунки. Не знаю где. Кстати, сейчас посмотрю, что здесь за глубина.
хорош. Попробую здесь сделать. Будет трескаться, буду убегать. Да, здесь, наверное. Или здесь. Будет трескаться. Раз, два. Попробую еще одну лунку сделать. Так, ребят, тут выходил сейчас отсюда, лунки расчищал и провалился сейчас. Еле выскочил отсюда. Ноги мокрые, сейчас переодеваться. И попробую сейчас с другого края спуститься, чтобы посмотреть, ну, показать вам, какая толщина льда. Конечно, очень опасно что-то. Сейчас. Да, и здесь лед начинает трещать. Все это как-то что-то не получается. Вот, посмотрите, как там провалился туда. Какой воздушный карман там был. Вот. Но лунки очистил. Так что все-таки я надеюсь, что все получится. Толщина льда сейчас. Покажу, пойду переодеваться и будем устанавливать камеру. Итак, толщина льда, ребят, 25 сантиметров сейчас у меня на пруду. Итак. Так, ну что, идем переодеваться и устанавливать камеру. Там разлом с берега оказался таким хорошим. Я думаю, все-таки я его засыплю снегом. Иначе там какая-нибудь животина. Типа норки, выдры, не знаю, хоря. Пристроится. Вот смотрите, какая глубокая тут. Воздушный карман был. Сейчас его снегом засыплю. И тогда буду переодеваться. Вот так. Так, ну что, заряжаем камеру в аквабокс и начинаем процесс съемки. Продолжаются попытки снять подводное видео подледное в своем пруду. Разок уже провалился с той стороны, и сейчас уже второй раз провалился с этой. В первой, в этой лунке, где камеру устанавливал, ничего я не увидел. Взял, перенес камеру в дальнюю лунку, поставил ее на 40 минут. Два видео по 20 минут камера записывает максимально. И там батарея, наверное, уже садиться будет. Посмотрим. Туда поставил, потому что компрессор у меня начал очень сильно что-то дуть и размывает очень быстро полынью. Полыня вот может до сюда дойти, что не подойти к этой лунке будет.
Вот. И третью луночку я посмотрю. Сейчас захожу уже с этой стороны, потому что с тех краев уже все, не подойти. Там под снегом видно тепло было, и лед, воздушный карман получился, так как компрессор все-таки гонит кислород, пруд, и лед там обламывается. Очень плохо, что не произвести разведку по рыбе, где она стоит. Так что, что получится, то получится. Сразу в лунке, когда набросал мотыля, так как понял, что мне уже здесь долго не побуриться нигде, иначе я здесь искупаюсь и с камерой, и с телефоном. Так что продолжаем процедуру.